5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люксис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Metheus Assis. Обычная база, для которой, по идее, не должна даже C4. Обычными железными топорами можно обойтись. Так, та база это или не та, вроде бы та. А, тут даже деревянный топор подойдет. Хотя, по-моему, тут закрыто. Давайте посмотрим, я быренько все открою и покажу. Вскрыл я всю базу. Ну как все, тут всего-то сколько, 5 ящиков, тут еще плавильную, плотницкий стол сломал, пикап пустой, байка только мой стоит, ну, логично, что тут своего байка нету, плавильно неинтересно, плотницкий стол пусто, давайте смотреть ящиков, что тут, это у меня украли, ну подшипники заберу, транзистор заберу, провода заберу. Я за этим на рейд пришел, в конце-то концов. Так, гвозди. Тут у меня вот тоже украли. Здесь, о, блок, разрушитель, лопата, надпитая катана. Пускай будет. Микросхема, пиво, еще две бутылки не хватает, и вяленое мясо. Угу. А, вот три бутылки пива, которые у меня украли. Доски заберу, еще доски. Как тут все странно сложено. Ну, я вот эти бревна, пожалуй, заберу. Топоры это мне не интересно. Ну, разве что металлолом. А, все, больше тут ящиков-то нету. Блин. А что забирать? А что забирать? Я не знаю. Ну, пусть будет руда. Слитки тоже не помешают. Здесь больше ничего нету. Если пробежаться, оттуда зашли, получается. Здесь тоже ничего нету. Ну, можно, конечно, сломать сушилку вот эту. Нет, тоже ничего нету. И, кстати, третья волна не приходит. В этой части базы, как видите, тоже ничего нету. Байк вообще ни капельки не собранный. Ну, ладно, капельку собран. И все, больше тут ничего нету. В байке я ничего не складывал, потому что это бессмысленно. Мне этот лут, по сути-то, не нужен. Забрал чисто ради приличия. Ну, а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.